здесь наш новый склад. Как вы знаете, в 2013 году мы переехали в новое здание. Теперь у нас огромный склад. Сзади меня вы можете видеть запасы нашего оборудования. Здесь лежит как готовое оборудование для отгрузки клиентам. Также здесь находятся комплектующие для локальной сборки электроприводов по требованиям. Здесь находятся также складские запасы блоков управления Matic Aumatic. Фактически Aumo Россия, приводы Aumo, может собирать большую часть электроприводов здесь, в России. В настоящее время мы собираем общепромышленные приводы, и в ближайшем будущем начнется сборка взрывозащищенного оборудования. Сейчас подготовка идет полным ходом сертификации нашей сборки, сборочного производства. И как только мы получим одобрение органов Ростехнадзора и непосредственно главной компании Aumo на сборку взрывозащищенного оборудования, мы непременно начнем это делать. Сборка оборудования здесь, в России, позволяет значительно сократить сроки поставки от момента заказа электроприводов и до отгрузки клиентам. Соответственно, таким образом мы становимся гораздо удобнее для заказчиков и непосредственно для конечных пользователей наших электроприводов. Более того, на нашем складе находятся дополнительные элементы, которые мы поставляем как опция, различные переходные муфты, переходные фланцы для применения наших электроприводов на арматуре с отечественного производства с присоединением по стандарту ОСТ